Привет всем! Автомобиль Лада Гранта 2012 года выпуска, пробег 47 тысяч 900 километров. Маленько стала подувать коробка. У российских автомобилей говорят, что это норма, но я думаю, что изначально, когда машину покупал, нужно было масло в коробке поменять на 15 тысячах, так как коробка новая, идет выработка, притирка. И вся эта металлическая пыль в масле, естественно, как мне кажется, не знаю, может, я, конечно, не прав, но она способствует большему износу деталей коробки. Коробка механика. Вот на 40, хотя по паспорту надо менять масло на 75 тысячах в механике. Пятиступка обычная, не тросовая. Купил масло полусинтетику. ТНК, не знаю, как оно по качеству. Вот так-то вроде жиденькое, 75W90. Зима у нас до 47 градусов бывает. Синтетика дороговата, но полусинтетика, в принципе, вывозит все это дело. Итак, начнем менять масло в коробке. Машину на яму. Как все мы знаем, масло в коробке нужно менять обязательно на горячую, чтобы вытекло практически все масло. Спускаемся в яму. Так, вот этот болт в самой нижней части. Чтобы слилось все масло, желательно поддомкратить вот эту сторону. Что мы и сделаем. Нам понадобится головка на 17. Так, и сейчас масло хлынет. Нужно аккуратненько. Ну, друзья, что я скажу, масло у меня еще было отличное. Зря я полез менять. Но, как говорят, кашу маслом не испортишь. Я думаю, новое масло все равно не помешает коробке. Поэтому будем однозначно менять. Сливаем масло до конца. Пока у нас масло сливается, я, друзья, вытащил щуп. Через него мы и будем заливать. Вон, видим отверстие. Вон то отверстие заливное, вон оно. Что я увидел? Обломан кусок щупа. Такое впечатление, что какая-то шестеренка его сожрала. Не знаю, почему так случилось, но пока проблем со скоростями нету. Залить масло нам понадобится вот такой вот шприц, цена 70 рублей, пластиковый. Можно не шприц, а можно просто вороночку. Но это долго. Подвесить и наливать в него масло, пока оно будет стекать. По паспорту 3 литра 100 миллилитров входит вот в эту коробку. Шланг. Шланг обычный газовый, который идет на газ-плиту. Оставался мне кусок. Вот, втыкаем его в отверстие из-под нашего щупа. До упора, сантиметров 10 он входит примерно. Вот. Затем откручиваем шприц, наливаем сюда литр масла, ровно входит, и
вкачиваем. Сейчас я пойду закручу пробку, которая открутил. Так, как мы видим, масло почти все стекло. Остались капельки. Можно закручиваем. Самое главное закрутить, а потом, пожалуй, приступим к заливке масла. Но не забывайте, пробку обязательно закрутить внизу, потому что масло вытечет по запарке. Шланг воткнули. Откручиваем шприц. Честно говоря, я обычно меняю просто воронкой. Одеваю воронку на шланг и потихонечку. Но купил шприц, так как он недорогой. Попробую это сделать без воронки. Проверю. Какой способ лучше? Ох ты, какое красивое масло. Зеленоватого оттенка. Заливаем шприц. Шприц герметичный. Как видите, снизу ничего не капает. Теперь нам нужно аккуратно закрутить вот эту часть. Крышку. Угу. Крутим сам шприц, крышку не крутим, так как шланг может выскочить. Так, закрутили до упора. Теперь проверяем, что шланг до конца. И пробуем вводить масло. Но при этом нужно смотреть. Обязательно смотреть, не полезло ли масло через верх. Не спеша, друзья, вся эта процедура выполняется потихонечку. Потихонечку. У кого нет шприца, можно еще такую процедуру проделать с пластиковой бутылкой. Обычно на классике, на Жигулях так меняют. Закачиваем шприц. Не спешим. Залил я 5,5 шприцов. Здесь у нас остался 1 литр, чуть меньше 1 литра, так как 300, я думаю, там в коробке еще миллилитров, это к 50-60 осталось, как раз получилось 300, 5,5 стакана. Вот я подвесил шланг, чтобы остатки стекли в коробку. Сейчас вставим щуп и будем проверять. Проверили щуп. Вытащили шланг, назад вставили щуп. Масло залили до отметки максимум. Хотя можно было между ними залить. Но так получилось. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!